У 5 знаков зодиака весной могут сбыться все мечты. 2 из них Ванга считала магическими. Астрологи прогнозируют для 5 знаков зодиака необычайное везение весной этого года. 2 из везунчиков, львы и рыбы, принадлежат к знакам, которых Ванга считала наделенными магическими чертами. Овен. У представителей этого знака появится возможность воплотить заветные мечты в реальность, избавиться от неудач и плохого самочувствия. Необычные вещи, которые с ними произойдут, запомнятся надолго и заставят других людей говорить об их успехах. Близнецы. Первые весенние месяцы представители этого знака смогут начать новую и счастливую жизнь, избавиться от долгов и финансовых неудач, а в целом получат шанс на очень удачную весну, когда будут исполняться желания. Лев. Для представителей этого знака наступит время для изменения своего финансового положения. Возможно, предложение хорошей и перспективной работы. Предвидится встреча с человеком своей мечты. Стрелец. Представителям этого знака повезет в личной жизни. Если они вступят в брак, то создадут хорошую и крепкую семью. Появится возможность совершить удачную крупную покупку. Рыбы. У представителей этого знака будут приятные события, которые помогут воплотить мечты в реальность и даже изменить свою судьбу. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!